Информационная война на фоне реального военного конфликта. Вокруг ситуации в Украине большое количество самой противоречивой информации и, конечно же, фейков. За умы и души белорусов в виртуальном мире разгорелась нешуточная борьба, дабы оказать психологическое влияние информационной атаки не прекращаются ни на минуту. На протяжении всех дней конфликта украинские таргетологи по заказу спецслужб и правительства массово настраивают рекламу в различных социальных сетях: Instagram, TikTok, Google, видеохостинг YouTube. Доказательства? Закрытые чаты, один из которых насчитывает 7000 таргетологов, и подробные инструкции по захвату информационного поля. Так, Украина старается призывать мировые компании отказаться от сотрудничества с Россией. Похоже, по их же просьбе Google решил отключить Россию от рекламы на YouTube. Хотели навредить, а сломали свое информационное оружие. Рекламу никто и не увидит. Белорусов пока никто не отключал, и реклама распространяется все так же. Фейки возникают буквально каждую минуту. На них мы даем опровержение фактами. Читайте новости в нашем Telegram TVR Гомель News. Будем держать вас в курсе. Оставайтесь с нами. Ждем ваших комментариев.